Их осталось немного, тех, кто воевал на фронтах Великой Отечественной. Сейчас в нашем районе живут чуть больше 130 участников войны. Полковник Михаил Фомич Тимчук живет в поселке Ферма. Он попал в последний фронтовой призыв новобранцев 1926 года рождения. 2 месяца в учебке и на передовую. Я без всякого бахвальства говорю о том, что в бою я всегда отличался. Всегда. То ли у меня кипела ненависть к врагам, то ли я был ярый защитник своей родины, как защитник. Вот. Но воевал я, так сказать, честно. Михаил Фомич воевал в Польше, Германии, награжден медалью за отвагу, дошел до Берлина, а победу встретил в госпитале. Мы шли с боем до самого Берлина. Раненый был. Вот. Перед этим я получил ранение в руку, в руке. Вот. И находился на излечении. Накануне праздника ветеранов поздравляли представители властей. Глава района Михаил Токарев поздравил ветерана, поинтересовался, чем помочь. Но Михаил Фомич – человек с военной закалкой, говорит, справляемся. Договорились встретиться на день рождения. Сергей Осипов, Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».